Кстати, давненько уже не виделись, да? Буквально таки сегодняшнего, наверное, утра. Вот, сейчас я нахожусь на станции метро Гинза. Ой, Гинза, вру, Шибуя. Вот, как бы сейчас ищу ветку пересадки и Нокашира. В принципе, нашел уже. Вот, как бы мы с друзьями договорились встретиться в районе станции метро Нокашира. Вот, поэтому как бы вот ищу где чего. Вот, народу пресс, как бы время вечера уже подходит. Вот, народу очень много везде. Как бы сейчас будет час пик уже практически. Вот, но в принципе как бы добраться из одного района в другой труда особо не составляет, если знаешь понятие, какое-то представление имеешь вообще о схеме метро. Хотя в принципе здесь везде указателей очень много. Вот, карты вам в помощь, как говорится. Вот, то есть район реально как бы веселый. Вы уже, наверное, по многим видео других людей видели, как бы не один раз. Вот, но тем не менее это не наш пункт назначения, поэтому мы идем дальше, в общем. Вот. Смотри, как тут что-то пакости делает. Потеряли чего-то. Чего-то он там, значит, заныкал. Так, и на кашир онлайн, значит, мы идем по правильному пути. Вот, если честно, пока дошел до станции Уена, как бы живу я не совсем близко от нее, то есть там приходится пройти километр полтора минимум, наверное. Вот, но тем не менее, знаете, вот когда идешь по улочкам, даже вот девушки, женщины, которые мимо проходят, кто-то улыбается, кто-то странно так пугается, обходит. Поэтому вот, ну, у каждого, как говорится, свои страхи и риски. Кто-то боится чего-то. Но в основном, как бы, женщины просто улыбались. Вот. Одет я сегодня, как говорится, опять во всем белом. Вот. Когда идешь, слегка как бы даже улыбаешься, делаешь милую приятную улыбку, такую ненавязчивую. Вот. То лица, как бы, людей вообще встречающих мне на пути также точно расползаются в большой улыбке, что в принципе очень приятно. Вот, да и вообще хорошо, когда люди улыбаются. Вот, поэтому дарите всем улыбки, сами улыбайтесь. Вот, а мы идем дальше. Вот, ну, собственно, я добрался, хотя не совсем до Инакашира Квайн, как он находится недалеко. А станция это последняя на этой ветке, называется Китидзёдзи. Вот. Здесь мы будем встречаться на северном выходе. Вот. Там, как говорится, где-то там уже забронировали столик в каком-то заведении. То есть пойдем, как обычно, водку пьянствовать. Земля валяться. Вот. Шучу. До такого точно не дойдет. Вот. Я не знаю, как бы успею, не успею. Вообще-то должен, наверное, успеть доехать до дома, потому что как бы мы хотели начать около 8 собраться. Вот. Сколько это получится и сколько мы просидим, вот, тоже неизвестно. Но вот, там будут присутствовать не только японские друзья, но и корейские. Вот. Как бы один из друзей, это моя бывшая девушка, как раз от японка, с которой я встречался раньше. Вот. Ну, как бы мы остались друзьями хорошими, поэтому как бы почему бы и не встретиться, просто не пообщаться, вот, о чем-нибудь. Вот. Ну, как бы. В общем, приехал на место, сейчас забежал в закусочную, потому что есть хочется, знаете, вот тут как бы с моими друзьями, с одной из женщин, сказать, общаюсь с Сапором постоянно, вот, как бы на ее вопрос, на никак, не маска. Вот, знаете, мой ответ, и надо дать, типа, говорит, я еще до сих пор не ел, не, у нее такой шок, как, надо это, как бы, ну, не до этого было, в общем, вот, утром пришлось, пока постирался, пока высушился, пока погладил все, пока посмотрел, куда, чего, вот, пока уточнил, переговорил, то есть где встречаемся, когда, что, как, во сколько. Вот, время как-то шло. Ну и плюс как бы из-за того, что далековато находится станция метро, вот, вообще как бы вокзал. Поэтому вышел пораньше. Вот, но получилось пораньше, короче. Вот,
часто бы чего-нибудь хотя бы, потому что ждать еще примерно полтора часа, пока все соберутся. Вот, я к тому времени, наверное, кончусь вообще совсем. Вот, поэтому, чтобы этого не случилось, надо. Есть волшебное слово «надо». Вот, ждем. Вот, ладно, давайте чуть позже увидимся. Для вас это будет одно мгновение, а для меня целая жизнь. Все, давайте. Всем привет. В общем, мы как бы встретились сначала с одним из моих друзей, вернее, с одним. Вот, сейчас мы пришли в такой ресторанчик, очень такой, с виду, знаете, в таком действительно традиционном японском стиле. То есть, когда сидят на татами. Вот, сейчас мы ждем как бы нашей очереди. Вот, и ждем остальных наших друзей. Вот. Я извиняюсь, конечно, перед всеми, но хочу показать, если, как бы говорится, позволят, то есть как это примерно выглядит. Это Рио Тахинца. Вот. То есть примерно будет где-то так. А мы пойдем туда наверх. Вот, как бы позднее, немного позднее. Так, нам присоединятся еще наши друзья. Вот, поэтому будем сидеть, ждать, готовиться. Вот, что будет дальше, поживем увидим. Прошу прощения, здесь темновато, такая сумрачная обстановка, но как бы вот для нас, в общем, достаточно, в принципе. Вот. Достаточно. Вот, а как бы сейчас мы ждем друзей, ну попутно смотрим меню. Знаете, как бы выбор очень большой. Вот, мы имеем сейчас... Мы находимся сейчас в отдельной комнате, вот. А, тем не менее, знаете, как бы вот такое удобное. То есть здесь используется кататься, как вы можете видеть. То есть когда люди сидят, ноги свесив под стол. Да, я не знаю, как бы тут будет видно, чего-то не будет, но вот тем не менее, то есть видите, да, татами, пол, соломенные светильнички, окошечки, там можно видеть, народ гуляет тоже, что-то отмечает, кого-то поздравляет, вот, в таком стиле как бы сделано. Прикольно. Salmon. Sushi rolls. Like this. Chicken rice in horizontal. Oh. Oh, like this. Onigiri. No. Onigiri. Ah. Grilled. Yes, I see. Delicious. Вот, короче, сейчас мы думаем и выбираем, а что бы нам взять там? Вот, попутно как бы мы ждем. Soba. This is udon. Udon. Ah, I like it. Yes. Excuse. Вот, сейчас еще маленько подождем, посмотрим. Там видно будет. А, в общем, надо взять друзей, да. Как мы можем начать без них, но это как бы будет не очень прилично. Вот. Что мы будем пить? А кто бы его знал? Сашими. Тоже хорошая идея, кстати, сашими. I will try. Ладно, немножко попозже тогда. Всем еще раз привет. Вот. Весело тут. Ну что, как бы общаемся на трех языках. Нет, на двух, ладно. На трех, да. Как? Вот. Обстановка веселая. А, действительно веселая. Вот. Кто на что гораздо? Вот. То есть здесь как бы. マスターです。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 マスターです
бывают даже незнакомые люди собираются вместе, выпивают, разговаривают, веселятся.
Вот, поэтому, как бы сказать, сильно много чего-то рассказывать, показывать не буду. Всем удачи, привет. Увидимся, наверное, уже завтра. До завтра. А что начало? А что не начало? Вот уже прошло примерно. Ну, где-то сейчас жизнь продолжает. Находится. Вот, ну как бы общаемся потихоньку, вот, смешиваем языки, но тем не менее как бы понимаем и прочее. Вот. Да. Скоро, как говорится, по домам, главе, как говорится, метро. Ну, это дойдем близко. Как бы скоро придется расходиться, но тем не менее как бы очень такая приятная обстановка. Да, как бы каждый раз говорит о своих интересах, то есть делится чем-то другим, то есть кто что делает, то есть просто, знаете, как бывает, встретились друзья, пообщались, поужинали, поговорили на интересующие темы. Как понимаю, я не до конца все, все-таки, как говорится, все понимать, тем более с моим временем изучения языка, как бы тяжело. Вот, но тем не менее, как бы основу все понимаю. Вот, поэтому как бы также и поддерживаю беседу, отвечаю на вопросы, сам задаю вопросы. Просто интересно как бы узнать. Сейчас уже дошло время чая, то есть в принципе близится уже к своему завершению. И после этого как бы расход получится, то есть я поеду домой назад. Вот, как бы место действительно интересное, хорошее. Ради него следовало проехать полгорода. Вот, поэтому вечер удался, можно сказать. Вот, поэтому всего хорошего. Сегодня, я не знаю, выйду. Хотя нет, наверное, я еще буду возвращаться домой, гуляя по улицам, что-нибудь рассказывать. Как бы куча эмоций, куча мыслей. Буду чем-то делиться. Вот, поэтому увидимся позже. Не буду говорить пока. Вот, увидимся позже. Мы заканчиваем. Вот. Ну, как бы приятно посидели, весело было, пообщались, вот, как бы уже собираемся расходиться, вот, потому что им завтра на работу, это я буду поклонять, ничего не делать, да, отдыхать, они завтра работают, вот, посмотрите на эти сливницы, а. На ни. На слово. Има. Привет. Уясуми. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Sleep well. Yes, sleep well. Спокойной ночи. Or good night. Окей. Так, с вами мы увидимся еще чуть позже. Мне еще ехать домой. И потом еще пешком шлепать примерно 2 километра до отеля. Ну, короче, ладно. Пока.